Мне несколько раз довелось побывать в Канаде, и когда я был последний раз, я был довольно долго, и побывал на неком мероприятии, на самом деле мероприятие вполне приятное, это была еврейская свадьба, где там основная масса находящихся там людей были выходцы из горской еврейской общины. Причем подавляющее большинство их же, это были люди, которые дважды эмигрировали. Первый раз из Советского Союза в Израиль, прожили здесь там кто как 8, 10, 12 лет, и они же уже, соответственно, от того, кто раньше сдвинулся, 8-10 лет проживают в Канаде. В общем, общеизвестно, что кавказская еврейская община находится в не самом благополучном положение в Израиле, точнее сказать, из всех приехавших общин из бывшего Советского Союза, она по своему социальному статусу находится в самом низу. Меня безумно радовало увиденное там, потому что одно дело там, что люди говорят, другое дело, когда ты видишь собственными глазами. Естественно, Канада страна в этом смысле американоподобная, не курящая, нигде курить было нельзя, только на улице. Я все время выходил курить на улицу и все время видел замечательную историю, вот как эти люди разъезжались. Дай бог, не просто нам лично таких автомобилей, на которые ездили они, дай бог, чтобы их вообще было много в стране. Удалось мне побывать и в их домах. Надо сказать, что эти скромные дома, ну, лучше большинства домов, которые существуют у нас в Герцлии и Петух. О чем это говорит? О том, что что-то надо в датском, а в данном случае еврейском королевстве изменять, потому что концепция западного мира, который принимает иммигрантов, есть, которые не принимают, но те, которые принимают, а к ним относятся, в частности, Канада, в том, что не надо ни в коем случае иметь социальные проблемы. Значит, приезжающим нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее встали на ноги. И чем дальше они будут двигаться, тем больше они создают рабочих мест, тем больше они платят налогов, тем более они выгодны государству. И вот я видел просто своими глазами, каким образом сделано, что целая, не самая удачная, еще раз говорю, в Израиле община, мощно двинулась вперед. К сожалению, в нашем государстве такой концепции по-прежнему нет.